Добрый день, уважаемые зрители нашей онлайн-трансляции. Вашему вниманию предлагается чемпионат России по футболу среди женских команд. Почти 10 месяцев не видела футбола Рязань Большого, но вот сегодня все поменяется. Добрый день, дорогие друзья. Прервал моего коллегу Александра гимн, наверное, застал врасплох не только Нева, а еще и тренеров, которые расположились тоже на бровке, еще не дойдя до своих мест. Саш, ну продолжай, ты хорошо начал. Успели даже мы обозначить сегодняшнюю вывеску. Сегодня Рязань ВДВ на своем поле принимает дебютанта и громкую сенсацию этого чемпионата, это питерский «Зенит». Ну а сейчас, если обратить внимание на поле, у нас происходит награждение по итогам предыдущего сезона. И как вы видите, капитан Рязани ВДВ. Так, Ксения Цыбутович и нападающая Мария Лукович получают призы, статуэтки красивые лучших игроков прошлого сезона. Пытается сейчас разыграть, но нет. Опасную подачу. Ух, мимо очень мяча сейчас. Приятная, да, для Марии Жеманакова, и очень-очень опасно было. И Шестернева доборолась до конца, но вот чтобы человек получил какое-то удовольствие. Ну, подача тем временем. Фетисова играет не очень удачно. Шестернева очень опасный. Сейчас, наверное, самый опасный момент у «Зенита» был. По-моему, судья не должен добавлять много времени и вообще, может быть, ничего не добавить. Больших остановок у нас не было. Ну, пару пауз из-за травм. И пауза у нас 0-0 после первого тайма. Отдыхают футболистки, отдыхают и комментаторы. Да, отдыхают и, я думаю, болельщики. Дорогие друзья, вернулись команды на поле, вернулись комментаторы на свои места. Уверенно, да, вот сейчас очередной момент, Фетисов сыграл уверенно. То есть мы отмечали несколько ошибок. Ну вот, Наталья Перепечина. Под удар нужно. Да, левую. И такой мяч, Наталья Перепечина, 1-0. Точно этот гол войдет в топ лучших, я думаю, он должен войти этого тура. Но я думаю, и сезона я вполне думаю, себе тоже может претендовать. Ну, надеемся, что в сезоне будут еще красивые мячи. Да, в исполнении Рязан с командой, исполнение. Стенки более опытные футболистки, я не знаю, обычно угловой не имеют. А удар будет от Толтакова, перебрасывает. Да, и сербская связка. Опасно, перепечена. Остается у нее мяч снова под левую и снова удар опасный, конечно. У Красновой там тоже, кстати, защитники здорово сыграли. Но там, по-моему, Шадрина была. И уже во второй раз грамотно блокируют они удары. Наталья Перепечина двуногая в плане... Удар и... Нет, не доходит. Вот готова табличка, пока не видно номер. Опасная подача Марии Жеманаковой, да. Здесь, прямо да. Медленно бежит. Ну да, медленно бежит. Ну, и какой посмотри. Пас, какой пас, да, Краснова! Да, посмотри, Краснова, выход один на один. И удар не удается, да. Уже заговариваюсь, это последний Татар Симаковская, подача опасна! И нет, вынос. Это опасный момент. Преувеличил. Здесь Наталья Перепечина, да. И финальный свисток от Любови Торпеевой фиксирует вторую победу Рязани ВДВ в Суперлиге 2020 года. Команда набирает 6 очков. Ход. Поздравляем, в том числе, рязанских, да, болельщиков, сочувствуем. Первая домашняя победа в 2020 команды, году, да. И вообще первый матч в 2020 году в Рязани. И, наверное, все должны быть довольны. Ну а «Зениты», наверное, были свои моменты в первом тайме, но реализовать их не удалось.